Ще раз доброго дня. Зараз ми будемо мати розмову з головним тренером юніорської збірної команди України, яка мета нашої розмови сьогодні визначилася, яка юніорська збірна команда України на фінальній частині чемпіонату Європи серед юніорів, яка відбудеться у вересні 2017 року на Мальті. Зараз я швидко для наших глядачів оголошу всі групи, і тоді ми поведемо розмову з головним тренером збірної Сергієм Валентиновичем Култочихіним. Отож, група А, куди потрапила власне українська збірна, крім України, це Хорватія, Угорщина, Чорногорія. Група Б – Іспанія, Італія, Румунія, Німеччина. Група С – Сербія, Мальта, Грузія, Франція. Група Д – Греція, Росія, Словаччина, Туреччина. Ну, вже з того переліку можна сказати, що група А є чи не найважча. Як люблять казати ігровики, її навіть можна назвати групою смерті. Що ви скажете Сергію Валентиновичу? Можливо, я занадто песимістично поговорю про нашу групу. Ну, мені трудно оцінити. Ми їх не бачили. І я вам скажу, от ми не ожидали результат. Як не ожидали? Ми старались показать, что могли, вышли в финальную часть. А там, в принципе, ровные команды. Мы знали, что лучших 7 команд и хозяева будущего чемпионата финала мальтийцы, они уже были посеяны. И надо было предвидеть, что в группе будут как минимум от 2 до 3, скажем так, элитных сборных этого возраста. Что я могу сказать? Традиционные фразы «мы сделаем все возможное», но я не так бы хотел сказать. Знаете, есть игры, из которых все равно выносятся уроки. И моя задача будет, ну не моя задача, а наша, моя и Евгения Георгиевича Наумчика, и тех, кто нам помогает, сделать так, чтобы ребята поверили в себя. Вот наша основная задача. Знаете, есть вот, зачем кривить душой, сборные более сильные, более слабые. И часто говорят, вот зачем играть, результат все равно будет известен. Нет. Играть нужно для того, чтобы ребята почувствовали свою силу, в полную силу. То есть мы будем, ну я во всяком случае со своим коллегой, мы будем всячески настраивать на каждую игру ребят. Чтобы не было такого, мы вышли, а зачем нам биться, мы все равно проиграем. Вот наша задача. На все игры, независимо от соперника, мы должны настраивать команду на победу. На победу. Многие могут ухмыльнуться, улыбнуться, но если нет веры в собственные силы, не бывает, не бывает. Ну, пусть будет ступенька, самая горькая, самая трудная. Наша задача, говорю, достойно выступить с этими соперниками. Я не знаю как. Ну хорошо, дайте нам пару турниров. Вот сейчас вот я уже просил, дайте нам турнир, где будут нас, даже туда не примут на этот уровень. Вот на сегодняшний день моментально разобьются финалисты на кучки группки и будут играть подготовительный турнир. Нас туда даже не пригласят. Даже если мы будем проситься, нас туда не примут. А как мы можем, например, ехать играть, не имея ни одного турнира такого уровня? Мы играли, скажем так, со средней силы командой Словакии в подготовительный период. С белорусами, которые не попали в финальную часть. Все, вся наша подготовка. Ну, допустим, те же румыны, которые приехали в Англию и победили, да, обыграли нас с трудом. За 30 секунд они забили последний гол. Но они сыграли, допустим, накануне чемпионата. И опять же, поймите правильно, я не хочу там голову пеплом посыпать ни себе, ни нашей федерации. Но румыны сыграли турнир, на котором были грузины, сборная Грузии, сборная России, сборная Румынии, сборная Белоруссии, сборная Казахстана. То есть команды, которые представлены на чемпионате Европы как в первой восьмерке, так и последними местами. Вот, допустим, казахи, это была слабая сборная, там, ну, думаю, в Европе даже таких не было. Вот нам, дайте нам посмотреть, проверить себя. Хоть где-то, хоть как-то. Сейчас опять будем выдумывать подготовку, бегать кроссы, плавать дистанции, наигрывать комбинации. Но с кем? Нам нужен соперник, да, такого уровня. Будем искать, будем пытаться.
Сергій Валентинович, чи мали ви вже розмову з кимось з Федерації водного поло України, з керівництва, все-таки щодо можливості і їх сприяння, все-таки дійсно в тому, щоб наша збірна взяла участь в якомусь турнірі? Чи у вас вже була попередня розмова? Тому що тут якраз ми зараз бачимо присутній державний тренер водного поло. Ну, трудно сказати. Є, так, да, нам помагав Валерій Михайлович Завізіон, він вже переговорив з представителями Словакії. Возможно, по дорозі на Мальту на останні 3-4 дні заїдемо, поіграємо спарринг, і опять, якщо вони согласяться, зі збірною Словакії. Ну, это крепкий середняк европейского чемпионата, которые могут, я не знаю, там занять места, допустим, там с 4 по 10, может быть, по 12, может быть, по 13. Вот, но во всяком случае, команда обстрелянная Словакия, уверенная в своих силах. Вот. Будем надеяться хотя бы на это. Ага, тобто на сегодняшний... Ну и потом сегодня практически работа только начнется. У Евгения Георгиевича Наумчика, у него достаточно крепкие связи с европейскими федерациями и клубами. Будем искать, будем искать. Но задача не, еще раз говорю, не играть с третьим дивизионом, куда нас и относят, или, скажем так, даже четвертым. Вот. А искать достойных соперников, потому что не зная ни собственной силы, ни силы, ни уровня середнячков Европы, трудно говорить, как мы будем выглядеть там. Вот. Будем искать. Сергій Валентинович, вдячна вам за розмову. Ще раз нагадаємо, що нещодавно наша збірна, практично можна сказати, сенсаційно вийшла до фінальної частини Чемпіонату Європи, за що ми дякуємо головному тренеру, другому тренеру Євгену Георговичу Наумчику і всім хлопцям, які боролися, і ми вас віримо. Ні пуха, ні пера, як у нас кажуть.